Военнослужащие Югорской Росгвардии приняли эстафету от яманских коллег по скоростной разборке автомата Калашникова. Флешмоб посвящен 100-летию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового автоматического оружия. Лучшее время показал командир группы охраны управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому округу лейтенант Нураги Гарданов. Он уложился в рекордные 7 секунд. Эстафету по скоростной разборке автомата югорские росгвардейцы передали товарищам в Тюменской области. Добавлю, Калашников признан самым надежным стрелковым оружием в мире. 55 стран используют его в своем вооружении.